Чистая. Проверь кладовку, кухню, черный ход. В кладовке чисто. На заднем крыльце тоже. Не придурок. Живет как монах. Но этого парня тут полно всяких книжек. Ремар, хватит дурью маяться, проверь компьютер. Тут явно что-то не так. Мы нашли пустой пузырек от миклизина. От укачивания. Вещи для путешествий куплены 3 дня назад. Он купил открытый билет на самолет до Мехико 2 дня назад. Вылет завтра в 10 утра. Парень подготовился. Он в бегах. Отправим кого-нибудь в аэропорт? Никуда он не улетает. То есть как это? Он следит за нами. Что нам делать? Найдите его, или я вызову тех, кто сможет это сделать.